В Казалинском районе сразу двое за управление одним транспортом в нетрезвом состоянии лишены водительских прав. Автомобиль ВАЗ-2107 попал в поле зрения сотрудников отдела полиции за нарушение правил дорожного движения. Причина была очевидна. Владелец автомобиля, который был в нетрезвом состоянии, передал руль другу, который также был под шофе. В отношении обоих был составлен административный протокол. Решением районного суда оба лишены водительских прав на 7 лет. Машина отправлена на штрафстоянку. По данным местной полиции, в районе с начала года зарегистрированы 24 подобных случая.